последнее время Олимп топ-моделей с успехом завоевывают девушки из России. Довольно-таки стремительно. Ну, я не знаю, вот сейчас новая девочка, Нина Зобова. Да. Ну, и, а из тех, кто уже был, вот Кристина Семеновская, Татьяна Завьялова, ну, Ольга Пантюшенкова. Это они хорошо работают. Наташа Семенова. Ой, Симонова, да. Ну, их очень много, я не знаю, просто... И чем это объясняется? Я не знаю, чем это объясняется, но когда... Вот сейчас, в общем-то, лето, не считая недели высокой моды, это мертвый сезон. И тем не менее, когда приходишь на кастинг, там, в общем-то, если там человек сидит, 30 человек сидит, то из них 10 стабильно русские. Какая-нибудь культурная программа соблюдена? Лувр? Да, Лувр был посещен, но... Дело в том, что я вот обычно как вырвусь, у меня был такой период, что вот я могла освободиться от кастинга в часа в 4. Вот я несколько раз так сходила после 4, но там то они в 5 закрывались, то еще что-то. И постоянно вот я вот только зайду, и все уже закрывается, я уже просто не могла. То же самое с Эйфелевой башней. Пошла на Эйфелеву башню, вот, купила билет, да все, уже захожу, у них сломался эскалатор. Просто-напросто, я не знаю, мне не везет. В первое время я как бы, вот, да, посмотрела «Ночной Париж», а потом уже я уже начала так интенсивно работать, и уже просто, даже не то, что времени не было, уже ничего не хочется, когда приходишь уставший. Какая там ночная жизнь, господи, мне вот поспать утром, встать и побежать дальше. Ольга Итагилова по знаку зодиака Скорпион родилась в год Тигра. О своих родителях и семейном положении предпочитает умалчивать. Не любит российскую попсу, любит гречку, которую не может найти в парижских магазинах. Предпочитает одежду от Кельвин Кляйн. Отрицает свое внешнее сходство с Ириной Пантаевой. Спокойно относится к своему первому успеху. Цели есть, естественно, там чего-то добиться. Это во мне, это моя цель. Когда я добьюсь, я могу уже сказать, да, я добилась. А сейчас пока начинаю, пока пробую, пока работаю. Рано утром Ольга едет в Сент-Тропе для очередных съемок. Студентка Сорбонны Таня Рыбина отправляется в Англию, а мы возвращаемся на берег Атлантики в Сан-Мало. Ночной Париж живет своей загадочной жизнью. Смотрите программу о Париже в нашем цикле «Улан-Удэ, Франция, Транзит».